Русские народные костюмы, джинсы и военная форма. Площадь Химиков 12 июня выглядела весьма разнообразно. И не только внешне. На сцене народные мотивы гармонично сочетались с современными ритмами. А с площадкой артели кулачных бойцов соседствовали череповецкие десантники. Все на контрасте, именно так, как испокон веков повелось на Руси. Многонациональная, многоконфессиональная страна. В России умеют жить по-соседски. И чужие традиции чтить, и свои не забывать. Кулачные бои, стенка на стенку, старинная игра полена, русские народные забавы на площади Химиков особенно пришлись по нраву маленьким череповчанам. Это забавы молодецкие, которые бытовали в деревнях, в городах. Дети от мала до велика, да и взрослые, играли в них с удовольствием. И эта форма использовалась для того, чтобы подготовить ребят к, может быть, впоследствии боевым действиям, к тому, чтобы они могли защитить себя, чтобы пробудить в них мужское нутро. Свои умения показали череповецкие десантники, а за создание праздничной атмосферы отвечали лучшие творческие коллективы города. Среди них камерный хор «Воскресенье», ансамбль народной музыки и танца под управлением Юрия Цепелева и многие другие. День России – один из самых молодых государственных праздников. Отмечают его всего 19 лет. Официально это название он получил в 2002-м. До этого, с 1994 года, именовался днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. А в народе – День независимости. В начале 90-х праздник выглядел весьма неуклюже. Опросы населения тех лет показывали полное непонимание россиянами сути праздника. Для многих это был всего лишь очередной выходной, возможность поехать на дачу, поработать на грядках. Изменилось ли что-нибудь восприятие праздника, спросим у череповчан, пришедших на площадь Химиков. Выходной день дополнительный, что знаю, не знаю, что там. Какое-то событие, наверное, было. То есть даже нет никаких предположений, какое событие? От поляков освободили Москву. Нет? Нет, не угадал. Не знаю. Вообще что-нибудь об этом празднике знаешь? Откуда он появился? День России, то, что мы живем в России и гордимся ею. Пришли на этот праздник, чтобы отпраздновать этот день. И все же отметить День России череповчане пришли, даже несмотря на грозовые тучи и сильный ветер. Отношение к патриотическому празднику меняется. Дата 12 июня становится все более популярной у россиян.